Нас довели, нас администрация города, все вот эти чиновники, чиновничий административный аппарат, они нас довели до такого состояния, что мы готовы ложиться были на асфальт и будем лежать, и не поднимемся, пока вы не уедете. Так, она-то где сейчас? А ее увезли, оперативный сотрудник милиции увез ее в отделение полиции. Дом 70-го года постройки, такой же, как и все в этом районе. Да. С момента застройки в данных домах капитальный ремонт инженерных систем не проводился. Отопление, горячее водоснабжение, холодное снабжение, электроснабжение, ничего не проводилось. В программе стояли на 2020-2022 год по замене ГВС, ХВС, электроснабжения, 23-25 лифты. Ни в один подвал не спускались, никуда на техэтаж не поднимались. То есть техобследование проведено фиктивно. На основании техобследования, значит, перенесли сроки всех капитального ремонта всех инженерных систем на 50-52 год. У людей уже нервы не выдерживают. Мы не можем на 9-й этаж подняться. Почему отключили в пятницу, на субботу и воскресенье? Потому что менять будут. Да пусть меняют. Ну кто же сегодня? В субботу, воскресенье, когда люди сейчас, во-первых, будут с работы возвращаться, в субботу, воскресенье на дачу, абсолютно никакого уведомления. Ничего, объявлений не было. Не было. И сегодня привезли лифты. И сегодня уже третий раз их привозят, и третий раз мы уже, уже отстаиваем. То есть подрядчик приходит, приносит протокол якобы от фонда капремонта, то есть... Фонд капремонт тоже самый протокол, поддельный протокол, потому что без протокола данное действие происходить не может. Вот. В фонде капремонта поддельный протокол. Мы не против замены лифта, пожалуйста, меняйте. Но поменяйте сначала нам отопление капремонт сделайте, водоснабжение горячего холодного, электроснабжение всех систем кровли, а потом меняйте лифт. Мы не против. Мы не против, пожалуйста. Но сначала поменяйте все системы, которые должны были быть поменены уже дважды. Ими ни разу не менялись, все. Никто не пришел как бы агитировать и объяснять, допустим, нам уже то, что это наоборот нужно поменять. Что там... Никого не было, ни с управляющей компании, никого не было. То есть был один подрядчик, все. Даже позвонили сейчас, чтобы включили лифты. Они говорят, что у нас ключей нету, мы не можем включить, мы отдали подрядчику. Вот ситуация какая-то просто смешная. Кто такой подрядчик? Да. Это моя собственность, я здесь живу. Какой-то подрядчик приехал, отключил. Дом весь отключил.